Всем флэс, дорогие друзья, с вами Никс, и добро пожаловать на новенькую серию по игре House Flipper. И меня по-прежнему зовут Никс, и знаете, такое настроение сегодня, прям какое-то радостное, хочется творить что-то, делать добро. Давайте же приступим к этому именно добру. Как вы помните, что в прошлой серии я все просто продал в своем доме. Поэтому я хочу сейчас немножко привести в порядок вид и вообще своего дома. Смотрите, мы можем, в принципе, купить краску и уже покрасить стены, чем я сейчас и займусь. Поэтому переходим в магазин. Хочу купить краску. Так, коричневой краски нету. Так. Ага, мы еще смотреть можем. Смотрите, предметы. Сразу так вот я залечу, конечно, не совсем... Сразу приступлю к заданиям, но хочу немножко разобраться в своем доме все-таки, потому что я все продал. Я думаю, вам будет интересно, ну, что я, как бы, что я поставлю именно в своем доме. Давайте краску какую, не знаю, темная какая-нибудь есть краска. Краска. Малиновое приключение. Но, блин, может... Так, смотрите, вот здесь у нас что? Оружие. А зачем это? А зачем ложка для выживания? Я даже не знал, честно говоря, об этом. Что здесь оружие прям есть какие-то. Бронированная лампа есть, аптечка, двухъярусная кровать, лопата, переключатель. Это очень даже не смешно, неожиданно даже, что здесь даже такое есть, что-то... Что есть только у правительства стран, там вот это вот... Специальная продукция для армии, турбогенератор, топливо для огнемета, правильно, да. Мне нужна ванная, кухня. Вот, смотрите, у нас есть ванная. Давайте, что нам предлагает тут? Угловая душевая кабина Эли, душевая кабина Олденс и душевая кабина без поддона Джене или Гения. Гения. Как будто гена. Так, угловая душевая кабина Эли. Самая дорогая у нас идет, получается, Олденс. А что в Олденс такого? Ну, смотрите, здесь есть у нас, получается, что это? А, ну это... А я даже не знаю, что это. Слив имеется, самое главное. Так, так. А здесь что у нас предлагают? А здесь, видите, полностью истек. Кла. Но мне больше понравился почему-то Олденс. Не знаю, как-то он, мне кажется, очень красиво впишется в наш интерьер, хоть его пока нету. Но можно, допустим, чуть-чуть тут его раскрасить. Прям можно сделать тонированные стекла. Ну, такие затемненные, получается. Здесь у нас какой вот цвет-то выбрать? Золотой может выбрать. Давайте сразу начнем. Сразу поставим сейчас золотую себе ванну. А мы убрали, поэтому нам не ставится. А как это называется? Как это называется? Вот выход именно. Так. Вот кухня. Нет, ванная. Так, туалет. Блин, нам нужен... Встраиваем... Ничего себе. Это душ. Нет, он дешевый, конечно, но ничего такого в нем нету. Так, я думаю, нам надо унитаз какой-нибудь, я думаю, красивый поставить. Так, а установки... Так, давайте все-таки определимся сначала с ванной. Вот я выбрал ванну. Так, все, унитаз есть за $53. Самое другое, не буду себе ни в чем отказывать просто. $81. Пока что самое дорогое 95. 79. Так, точно самое дорогое 95. Да. Так что берем унитаз за 95. С такой вот. Да, вот черный именно хочу. Черный такой унитаз. Так. Правильно сейчас его установить. Потому что.
Так, вот можно вот сюда его установить. Так, установить, хорошо. Так, установили. Здесь поставили, здесь все сделали. Отлично. Использовать? Использовать, да. Так, теперь нужно навык. Навык нам доступен. Так, покупатель, что это? А, это я у кого был, что ли? Непонятно. Умение. Так, возможно, говорится о цене, требования от заказа минус 2%. Платеж за заказы плюс 10. Давайте платеж за заказы. Так, здесь что у нас? Сборка быстрее давайте. Вот так вот. Так, теперь нам нужно купить установки. Что за установки? А, вот, смотрите. Умывальника нам нужен... Вот, система душа. Так, это у нас было. Для ванны. Для... А у нас... Так, подожди-ка, я что-то запутался. Душевая кабина. У нас именно душ, поэтому нам нужно для душа. Так, где у нас установки? Вот здесь. Так, вот, все выведено. А зачем нам сразу душ? Интересно мне бы знать. Так, ну это показывает просто так. Так, подвинем. Мы максимально подвинули. Так. Все, так, я все ровненько хочу сделать просто. Все, поставили. А зачем отвинтить-то? А, это подача же воды. Конечно, отвинтить, блин. Так, можешь купить... Так, хорошо. Теперь нам игра разрешает поставить душ. Теперь мы заходим не сюда, а вот сюда. Ванная и вот самую другую ванну, получается. В стилистике. Я думаю, вот золотой уже не будет так смотреться. Черное, самое стандартное, наверное. Тонированное, вот это тонирование. Сделаем. Ну и черный пол пускай будет. Это, чё бы и нет. Так. Надо еще красиво установить все. Теперь устанавливаем. Так, я уже заметил какую-то лажу со стороны моей сборки. Так. Вот смотрите, вот здесь не совсем, мне кажется, правильно, что ли. Вот видите, как он стоит. Так, это открыть, закрыть. А пользоваться-то можно им, нет? Им нельзя пользоваться. Видимо, что нет. Куда-то полез-то. Так, ну все, пока вот с ванной так вот разобрались. Теперь... Блин, мне все-таки все равно не нравится. Знаете что? Не нравится мне. Я все-таки, наверное... То есть, не... Ну такое, блин, продать сейчас... Не, давайте оставим пока так. Зеркало нам нужно. Зеркало. Так, нет. Это не то зеркало. Я думаю, что это нам не подойдет. Зеркало. Ну вот, да, вот самое обычное. Такое черное, может быть, а может... Вот, вот давайте такое купим. Так, оно будет у нас... Ну, получается, примерно где-то вот так, что ли. Так, ну все, я думаю. Пока так. Умывальника пока, наверное, не будет. Либо я его поставлю в какое-то другое место пока что. Так, дверь. Теперь межкомнатную дверь нужно купить. Межкомнатная дверь коричневая, так. У нас есть такая, да, ебать, она толстая. Ну, давайте такую. Такую темную, и вот это тоже на дерево темное.
ручки у нас пускай будут, ну, такие вот золотые. Так, это для кого вообще? А, это вот... Блин, тут еще, прикиньте, расцветка для каждой, ну, как это вот называется-то, я даже не знаю, секции вот этой. Так, и сами вот эти вот. Так, купить. Так, надо развернуть, скорее всего, потому что... Так, подождите. Так, я вроде бы все правильно поставил. Думаю, все отлично. О, лампочку тоже надо поменять. Так. Лампа, лампа, лампа. Так, вот лампы. Ух ты, смотрите на стены неон релакс. Чил. Давайте релакс. Это же прикольно вообще, мне кажется. Так. И хочу, чтобы она светила. Ну, вот этот цвет прикольный. А, она такая большая, что ли, идет? А, я-то думал, она маленькая, она здоровая, блин. Не, пока не надо тогда. Давайте разберемся с лампой. С лампой, с лампой. Так. Настенная. Вот нам надо, нужна такая вот люстра. Она будет светить у нас, получается. Ну, пускай вот, даже не знаю, таким пускай белым цветом светит. Так. Пока я поставлю ее сюда, а эту продам. Так, эту продать нужно, люстру. Отлично. Теперь двигаем вот сюда. Так, сейчас смотрим. А, ну еще смотрите, видите, на движение реагирует, то есть пускай тогда так и будут работать. Пока что только так. Это мы можем нет отмыть, интересно. Очистка. Нет, мы это не можем отмыть, это, видимо, нужно с каким-то средством отмывать. Так просто это нам не даст сделать. Так, теперь я еще, кстати, заметил в том выпуске, что дверь у меня неправильно. То есть вот эта штучка, стучалка эта, она должна быть с внешней стороны. Она у меня получается внутри. Давайте тогда сейчас... А как ее снять-то? Вот серьезно, что ли, нужно продавать, прежде чем... Я хз. Реально. Тут грязь еще убрать можно. Сорняки еще нужно чистить. Тут есть, короче, тут хватает очень много работы. Если вы поддержите лайком, то все это случится гораздо быстрее. И увидите кардинальные изменения. А здесь, смотрите, тоже, что ли, на движение. Ну-ка. Угу. Прикольно, блин. А я эту лампу ставил, интересно? Я, по-моему, эту лампу не ставил. Ну, уберите швабру. Так, а как нам... Как... Я не понимаю, как нам переставить-то дверь. А, не получается ее переставить. Тогда кроватью займемся. Да ладно, так. Давайте уборка быстрее на 25%. Так, потихоньку преображается. Для девочки нам это не подходит. Так, давайте тогда вот сюда зайдем. Мебель. Так, кровать. А что такое HGTV? Это, наверное, какие-то... Не знаю. Брендовые, может, какие-то... Мебель там. Вещи какие-нибудь. Светлый диван. Светлый левый угловой. Что это? Узкое темное сиденье. А кровати нету. Кровати. Ну, такие только двухъярусные получаются. Мебель, кровати. Вот здесь уже побольше выбора. Я думаю, можно кроватку выбрать. Двухспальная кровать Дора. Я думаю, вот именно на этот у меня выпал. Так, вот сделаю вот так, чтобы сразу с разбега открывать дверь.
и прыгать в свою большущую кровать. То есть это выглядит примерно вот так вот. Вот сценку сейчас разыграю. Вот смотрите. Так, остаться. Допустим, я такой... пришел такой, устал, короче. Такой забегаю, быстренько так... Опа! И все. И вот я уже в кровати. Окей, кровать есть. Ноутбук есть. Теперь осталось кое-что сделать. Так. Думаю, столик можно сделать... Вот здесь, то есть рядом с зарядкой как раз-таки, ну, где-нибудь вот так вот ставить, чтобы какие-то гаджеты там заряжались, что-нибудь еще. Теперь рабочий стол. Рабочий стол нужен. Мебель, опять же, столы. И надо какой-нибудь красивый такой прям стол. Прям, чтобы можно было на нем сидеть. Ну-ка, вот здесь давайте взглянем, какие здесь столы предлагают. Нет, здесь-то обычные столы, опять же, какие-то брендовые. Я только разобраться не могу, где тут, как бы, обычный стол. На котором я, допустим, сижу. Где вот такие вот, такого плана столы? Все какие-то обеденные, рабочие, где... Кофейный какой-то... Вот это вот какой столик? Он большой? А давайте вот этот. Только другого цвета надо. Другого цвета. Темного. Получается, тут тоже темный. Давайте ножки светлые сделаем. Ножки так вот светлые сделаем. Так, отлично. Теперь можно я ноутбук пока уберу на вот этот столик. Вот этот столик аккуратненько. А у нас кухни нет, получается. У нас кухни-то нет. Печально, потому что стол у нас все будет занимать, но он будет, короче, стримером у нас, хоть и на этом ноутбуке нормально все-таки не сделаешь ничего. Ну-ка, есть ли место ноутбука купить комп? Есть тут компы? Нет. Если есть, то это вообще топ игра, мне кажется. Стационарный компьютер, вот. Вот, смотрите, вот он, вот он. Так, нам сейчас нужно тогда электроника, бытовая электроника, ноутбук, монитор. Вот смотрите, вот они, мониторы. Сейчас мы с вами соберем, получается, неплохой такой сет из телевизора, монитора, там компьютера полноценного стационара. Так, компьютер, так, вот это самый, по-моему, дорогой компьютер. Такая колонка стандарт горизонтальная. Подвесной телевизор. 500, посмотрите, 500. 1300. Так. Значит, вот этот купим компьютер. Полноценный. То есть там у нас будет ноутбук вот здесь тогда. А здесь полноценный компьютер. Полноценный компьютер. Так. Так, вот я его поставил. Теперь монитор. Монитор здесь, по-моему, один, как и клавиатура. И так, а нет, смотрите, два монитора. Монитор HD даже написано. Давайте его и возьмем. Нихуя я себе мониторчик-то, блядь. Больше, чем стол, нахуй. Серьезно, на таком мониторе что можно делать-то? А его же надо как-то подключать, наверное. Блин, это вообще игра, столько загадок. Столько загадок от этой игры. Ну, клавиатура получается здесь обычная. Так, ее надо развернуть только. Нету русскоязычной раскладки. Ну, ничего страшного, и без этого обойдемся. Мышь. Мышь выглядит как реально мышь. Так. Ну все. Можно в КС-очку зарубиться нормально так. Теперь, я думаю, можно купить телевизор. Телевизор. Так, подвесной он стоит. Так, вот телевизор. Но он у нас на ножках. Так. Это вообще ужас, конечно, что я сделал. А будет работать компьютер? Мне вот это вот очень интересный очень вопрос такой. Как-то можно его включить там?
Никак, что ли? А как тогда вообще пользоваться? Холодильник. Я вообще хз, тут море всего. Просто море. Кофеварка даже есть. Так, электроприборы. Ну, это вот это все, понятно. А так, а здесь что? Сабвуфер. Низкий диапазон. А, ну тут, короче, колонки. Такие вот. Индукционная даже плита есть. Вытяжки. Тут, короче, все есть, пацаны, реально. Тут, короче, все есть, реально. Вообще все. Это офигенно. Так, давайте пока на этом все, потому что я реально тут так, стул. Подожди, стоп. Стул. Нет, надо сюда заходить, потому что там не то немножко предлагает, что я хочу. Так, столы, стул, кресло. Есть какое-нибудь кресло прикольное. Так, давайте тогда вот сюда зайдем. Стулья. Хорошо, нам нужно просто какой-нибудь офисный такой стул. Желательно, чтобы он красиво выглядел. И удобно на нем было, естественно, сидеть. Да, светлый офисный стул. Вот они пошли. Вот это что такое? Барный. А можно ли как-то увеличить пространство, блин, место в... Так, тут зеленые. Вообще никак не вписывается к нам интерьер, если честно. Вот здесь уже как-то более-менее вписывается, поэтому вот это я и возьму. Так, хорошо. Пока что так. Пока что так. И с дверью мы не разобрались. Здесь-то я, наверное, правильно все поставил. Ну да, а чё неправильно-то? Все вроде бы правильно. Так, окей. Пока что так. В общем, вот. Вот оно так вот выглядит. Ну там, конечно, монитор этот HD, и я в шоке, какой он здоровый, но телек, это обычный телек, короче. Вот. Тогда пойдемте и сделаем задание. Батарея. Если я должен за что-то заплатить, то я и или доволен всем, или же не плачу совсем. Зима близко, зимы суровые, а у меня дома нет батарей. Установи их. Хорошо, давайте вот такое лайтовенькое задание выполним. Установим батарею. Или батареи. Все-таки там было написано во множественном числе, поэтому я думаю, что батареи и более. И не более чем. Тебе нужно достичь 70% прогресса, чтобы завершить заказ. Да окей, я выполню на 100%. Так, первое, что у тебя? Батарея, здесь все хорошо. Здесь все хорошо у тебя. Так, здесь у тебя... Вот как раз таки здесь нету батареи, поэтому предлагаю вам зайти. Задание, сразу в батарею заходим и вот такую вот поставим батарейку ему, чтобы... Нет, ему надо меньше, оказывается. Вот такую вот ему надо, обычную, стандартную установить. Так, давай, ставься. Так, закручиваем, все, закрутили, намертво прям проверяем. Здесь тоже... Так, подачу. Открываем клапан. Подачу горячей воды. Так, следующая комната. Также здесь нету батареи. Но здесь, видите, уже больше батареи. То есть, как раз таки нам нужно установить здесь... А, здесь вот это вообще. Такую вот батарея. Такая батарея. Устанавливаем. Так. Закрутили. Здесь тоже все в порядке. Конечно. Так, закручиваем. И нам еще нужно, кстати, ванну установить. Ой, не ванну, а это... как там? Я забыл, как называется. Короче, вот здесь она должна стоять. Отвинтить. Видимо, хозяин не знает. Либо дожидался нас, чтобы уже за это дело, так сказать, взялись профессионалы. Раковина. Да, стандартную раковину поставлю. Я думаю... Как бы и не хотел такую прям какую-то богатую. Ё-моё, это вообще мы где? Внутри каким-то чудесным образом оказались. Так, все.
Горячая, холодная, подведена. Бах, сюда. Закрутили. Здесь установили. Закрутили. Установили. Здесь поставили. Поставили. Здесь закрутили. Здесь столько много действий, блядь. А чего столько много действий? Я уже устал говорить, закрутили, здесь отвинтили, там закрутили. Ну ладно, все, вот. Здесь все сделали. Дальше. Дальше еще. Так, это на улицу. Батареи здесь присутствуют. Не будем шариться у хозяина. Так, что еще тут нужно сделать? 70% мы выполнили. Еще надо... А, вот здесь, вот же, батарея. Батарею ставим. Ставим. Устанавливаем. Так. Оп. Закручиваем. 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 Так. Здесь вставляем. Закручиваем. Сколько слов. Закручиваем. Я раз назвал. Все. Вот все. Все задание мы выполнили. Заработали при этом $1000. Что неплохо с учетом... Блин, мы такой так-то, получается, большой плюс вышли. А, не, батарея. Батарея $40 стоила. Короче, вот, все отлично. Фух, я аж устал реально от такого. Но с комнатой, конечно, явно какие-то у меня не проблемы. Не проблемы. Проблемы у меня с комнатой. Это очевидно. Потому что места не хватает, а я хочу все бы такое большое, знаете, такое все крутое, навороченное. Поэтому... постепенно будем разбираться. И в саду тоже будем эти сорняки срезать. А с вами был Никс. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. А спасибо огромное за просмотр. Всем удачи, всем пока-пока.